Похоже, что за лето саранский зритель явно сосковался по театру. Все билеты на спектакль приезжих артистов уже проданы, а это значит, что в зале будет аншлаг. Заядлые театралы знают, когда на гастроли в Саранск приезжают артисты из других регионов, а это бывает редко, желанным билетом лучше запастись заранее. Эту постановку я не видела, и Сызранский театр для меня что-то будет новое, ранее я его не посещала. Первый спектакль, что показали артисты из Сызрани, «Дуэни» по пьесе Ричарда Шеридана. Это музыкальная комедия в двух действиях, постановка новая. Премьера в Сызрани прошла весной. Пьеса замечательная, легкая, веселая, собственно, о вечном, это о любви. По сюжету главные герои комедии – две влюбленные пары. Одну девушку родственники хотят затащить в монастырь, чтобы она не претендовала на семейное наследство. Другую – выдать за нелюбимого, но богатого жениха. Обе сбегают из дому к своим возлюбленным, и в этом им помогает Дуэния. Она должна следить за нравственностью и поведением своей госпожи, но в то же время сама хочет быть знатной дамой и выйти замуж. На роль будущего супруга опытным глазом Матрона и намечает нежеланного жениха своей подопечной Мендозу. А что такое с моим лицом? По-моему, это очень замечательное лицо. Хотя место действия Севильи, кажется, что все происходит в родной России. Очень уж по-русски разыграли актеры сцену в бане. В целом же комедия зрителей, как видно, порадовала. В ближайшие 3 дня гости покажут в Саранске еще 3 спектакля. Мы были на гастролях в Анапе месяц в августе. Сейчас вот в Саранск. До этого в Венгрии были, в Будапеште. То есть все-таки так передвигаемся, пытаемся не сидеть на месте. Примечательно, что в эти же дни в Сызрани идут гастроли Мордовского национального театра. На суд публики наши актеры тоже представили 5 постановок. Юлия Лямкина, Андрей Байков, Вести Мордовия.